Так, произошла неприятность. У меня слетела запись. Долго я записывал. Значит, закончили мы тогда на том, что я направлялся на СЗ за палаткой. Нашел я даже там. Ну, я на СЗ направлялся за вертолетом, чтобы полететь в Мышкино за палаткой. Но мне повезло, и я обнаружил палатку прямо на СЗ в офицерском бараке. Причем их там было даже две. Вот. Я одну из палаток установил в качестве отвлекающей в поселке недалеко от себя, по пути к моему лагерю в лесу. Вот. И я обнаружил на СЗ мою любимую машину, голубой Вен. И план у меня был такой: прилететь за второй палаткой на СЗ и забрать этот Вен. Но оказывается, вот сказали, что его убрали из ветерана, потому что он багованный. И, видимо, это действительно так, потому что когда я попытался в него сесть, у меня сразу вылетела игра. И весь файл, который я записывал, как это у меня уже бывало с вылетом игры, его невозможно открыть. Поэтому вся запись исчезла. Сейчас, после вылета, я загрузился. Но поскольку я вылетел возле этого вена, на который я собирался сесть, масса зомби. Пока я загружался, подбежали зомби, выкинули несколько меня будет
же топорик. Что, огнетушитель на него стукнуть? Потемнело. Не кстати. Кстати, как потемнело так. Посмотри, как нужен топор, так его не найти. Ладно. Без топора, значит. Сейчас быстренько сядем в машинку. Так, если успел залутать. Сейчас мы перевяжемся. Вот тут сейчас, кстати, на транспорте, если врезаешься, то можно и ботинки, и ноги повредить. Птичка. Ну, я бы, конечно, хотела птичку взять себе для лагеря поновей. Но может ее можно починить. Так, вот этот вен, который забаговался, из-за которого у меня вся запись слетела. Он сгорел. Поводу лучше его, конечно, не брать. Я сейчас попробую
что полицейская тоже побывала. Но я попробую сейчас аккуратненько в нее сесть, я просто в нее согнулся, вроде бы будет неплохо. Я на всякий случай, наверное, запись остановлю. Потом, может быть, попытаюсь как-то склеить эти файлы. А вот видите, в елках оставил, в нее теперь не сесть. Ну, это, в принципе, при наличии топора лечится, надо просто срубить елку. Упала, и по идее машина должна быть сейчас свободна. Так, ну, я не буду рисковать, все-таки запись я сейчас остановлю.